Короче, в жизни много разных подарков дарили, ебать. Дорогих, дешевых, прикольных, креативных. Но чтобы, бля, просто морозилку в офис прихуячить, мне такого еще ни разу не было. Просто мороженое, пломбир, нахуй. Понимаете, да, теперь запасы есть на стабильности, нахуй. Правда, он пустой, нахуй. Сейчас будем исправлять, нахуй. Пойдет столько? Да. Ща, ебай прикол будет, если... Ой, не хватает денег. Заебись. Заебись. Сначала деньги, нахуй. Не, чисто вот солидные люди, когда приходят на встречу, прикиньте, они хуй ожидают, потому что я просто им возьму мороженого, предложу. Обычно чай, кофе, на ебать, айскрим, нахуй. Хавайте.